Председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, добрый вечер. В прошлом году мы собирались с вами в Севастополе. В этом вы решили провести мероприятие и в Севастополе, и здесь, на святой земле Новороссийска. Это города русской боевой, воинской и морской славы. Это земля в прямом смысле этого слова, полята кровью наших отцов и наших дедов. Я хочу поблагодарить клуб «Ночные волки», парни, девушки, вы молодцы, что организуете мероприятия подобного рода. Вы не просто развлекаетесь и гоняете на мотоциклах, что само по себе тоже неплохо, но вы совмещаете это с великолепными, нужными нашему народу, нашей стране патриотическими мероприятиями. Почти 68 лет тому назад, в сентябре, от фашистских захватчиков был освобожден Новороссийск. И эти страницы, страницы Великой Отечественной, вот здесь, на этой земле, удивительным образом связаны и с мотоциклом. Потому что так сложилась ситуация, что именно на мотоциклах удобнее всего было вывозить из-под удара детей. Их сажали по несколько человек в мотоциклетные коляски и увозили в Сочи. Это очень здорово, что вы не забываете, хочу обратиться к вам, братья, очень здорово, что вы не забываете героику прошлых лет и героев прошлых лет. Потому что своими героями гордятся люди самых разных национальностей и вероисповеданий. Именно эта историческая память, великолепный цемент, который из людей разных народов, разных этносов и разных религий делает одну, единую и неделимую российскую нацию. Создает и укрепляет единую и неделимую великую Россию. У бойцов морского десанта, 68 лет назад освобождавших Новороссийск, они давали клятву Родине, и у них был великолепный девиз, который актуален и для нас сегодня, и для тех, кто любит мотоцикл, и вообще для нашей Родины. И это такие слова. Движение только вперед! Спасибо вам! Удачи!